Глядя на них, мы многому научились. Они поедают плоть слабых, вбирая их силу. Они сохраняют их внутри себя, их силу, их честь. Честь? Да. Мы же храним силу предков. Вот и... Честь добывают те, кто умирает в бою с клинком в руках. Только животное сочтет их пищей. Но как же честь, съедая их? У тебя нет чести! В битвах с каннибалами страдает не только наша плоть. Мы забыли свои корни. Забыли, на какие жертвы шли наши предки перед лицом неминуемого поражения. О триумфе вопреки самим себе. Мы никогда не победим каннибалов, если не вспомним о славе предков. О тех, кто отдал жизнь ради нас. Найди меня около захоронений наших предков. Мы вернем копья племени журавля их детям. Сим, после великого предательства, племя журавля лишь терпит беды и лишения. Я прославляю племя своей силой. Когда демон сжал зубы на моей руке, я думала только о своих воинах. Я рубанула по его пасти и вернулась к ним. Даже тогда я не оставила их. Я забрала череп в память об утраченной руке, но даже не думала прятать ее. Этот шрам — моя гордость. Еще не готова. Еще не готова.
Эти звери разорили курганы наших предков. Их мерзость не опорочит славы, еще живущей в этих камнях. Мне нужно приготовиться. Эти скоты — их жалкое подобие. Я еще не готова. Мне не хватает маны. Мне нужно приготовиться. Я еще не готова. Я еще не готова. Племя журавля поселилось здесь задолго до прихода демонов. Смотри на кровь на копьях. Мы не умираем покорно. Нужно больше маны. Я еще не готова. Нужно больше маны. Thank you.
Не готова. Я еще не готова. Сила предков возвращается. Я отнесу копья обратно в приют. Вместе мы покажем каннибалам, что племя журавля гордо встретит судьбу. Забрал последних воинов и ушел сражаться с пожирателями плоти. А остальные будут держать оборону здесь. Не хочется мне проливать проклятую кровь на кости наших предков. Но я... Только не в городе. Предки снова среди нас. С нами их дух и их копья. Их кровь напоминает, за что проливаем свою мы. Не посрамим их жертву. Каннибалы ищут силу в пожирании слабых. Но один воин никогда не устоит против воли многих. Племя журавля примет бой на их территории и отплатит плотью за плоть. Пусть подавятся нашими копьями.
стоит. Нужно больше. У меня нет маны. Еще не готова. Я еще не готова. Мне не хватает маны. Мне нужно приготовиться. Готово. Только не в городе. Мне не хватает маны. Мне нужно.
должны приготовиться. Еще не готова. Крепкий рог и немало серебряного кварца. Предки благоволили тебе. Форма топора изменится, но сам он станет крепче прежнего. Только вот не годится ему собирать пыль. Пора ему вновь отведать крови демонов в руках достойного бойца, защитника справедливости. Если снова встретишь слуг трех, напомни им нашу силу. Племя быка не сломить. Обычно чужаков волнует только наша сталь, а не история. Мы родились в тени Великой горы. Племен много, народ один. Нас с детства учили сражаться во имя защиты Родины. Так продолжалось тысячи лет. Пока Баал, владыка разрушения, не повел армию на нашу гору, чтобы завладеть ее реликвией. Он уничтожил гору, отравил наши земли. С тех пор мы осиротели.
какая там поддержка? Поддержка только для черного рынка и тварей, которые им заправляют. На трущобы посмотри. Все это бродяги из Колдея. Там чума выкосила полгорода, так что они закрыли ворота. Еще одно неплохое место, чтобы сдохнуть. Шайки бандитов теперь закон. Вроде и хочется тебя предостеречь, но ты и так можешь за себя постоять. А я голову ломала, где же припасы? Думаю, ты заслужила награду. Что за таверна, где нечем кормить постояльцев? Только не в городе. Готово. Прошу, воды. Нет сил. Мне хотелось увидеть крепость Амата. Должно быть, это знак. Акарат против. Да защитит тебя Акарат. Мне нужно приготовиться. Для этого понадобится время. Еще не готова. Нашла. Нашла.
вернуть тебя домой. За мной. Что тебя тревожит? Нужно больше маны. Сюда. Спасибо огромное, добрая странница! Славная девочка. Рад, что ты в порядке. Только не в городе. Я... Прости, незнакомка. Наш колодец кишит мухами. Я пыталась их прогнать. Но не гожусь для такой работы. Прошу, спаси наш колодец. Если получится, приходи потом в часовню. Акарат воздаст тебе за доброту. Еще не готова.
Отдохни. Не могу. Больным нужен уход и чистая вода. Да славится имя Акората. Он послал нам спасительницу. Прими наши благословения и этот подарок. Нагло. Это же слишком... Надеюсь, это тебе пригодится. Здесь это невозможно. Спасибо. Им больше некуда идти. Их семьи бежали из Джирандая, подальше от бед на севере. Но каннибалы и здесь до них добрались. На дорогах небезопасно, пока там рыщут проклятые пожиратели плоти. Если убьешь хотя бы несколько, я заплачу тебе долей от налогов. Здесь это невозможно. Они выпили воду, в которой была какая-то гниль. Может, дикий зверь заплутал и потонул в колодце. Вообще-то, да. В наших гробницах есть священная реликвия Закарума. Я слышал о воре, который хочет заполучить ее в коллекцию. С помощью этой реликвии души мертвых отправляли на тот свет. Она символизирует вечный свет внутри всех нас. Это маяк надежды. Она... Прости. Она довольно важна. Верни нам символ, и мы будем перед тобой в долгу. Он не должен оставаться в руках вора, когда с его помощью можно лечить страждущих. Пусть свет ведет тебя. Я еще не готова. Нужно больше маны.
больше маны. Защиты и моим кровом обездоленные спаслись. Воистину свет правит нашей рукой.
готова. Тебе еще пригодится. Мне нужно приготовиться.
Я еще не готова. Мне нужно приготовиться. Вот что мне нужно. Я даже картинку нарисовал. Если вернешься не с тем, лишишься еще одного пальца. Клянусь светом. О, признаюсь, не думал, что... Да, мы у тебя в долгу. Это поможет многим из нас. Пусть свет ведет тебя. Почему они напали? Не понимаю, мы же не сделали ничего дурного.